Мой друг говорит, ты очень любишь свою жену. Я говорю, ненавижу. Я ее боюсь, она большая, крупная, бьет, чем попало. Ругает, гоняет по двору. Он говорит, почему столько детей наделал? Я говорю, прятаться удобно, когда много людей. А вообще, женщины у нас Восток. Вот я удивляюсь, женщины, вы здесь сидите, отдыхаете. В России же за второго ребенка деньги платят. У нас бесплатно рожают, вы знаете, бесплатно. Вот сколько хочешь нарожают. Если наше государство будет платить, бабушки тоже начнут рожать. У нас единственная проблема, все хотят мальчиков. Ну мы же восточные люди, нужен пацан, пацан. Вот родила 4 мальчиков, теперь девочка нужна. Одна женщина родила 9 пацанов, 9 мальчиков. Муж каждый день пьет, говорит, если дочка не будет, вообще развод будет. Давай дочку рожай. Она бедная опять в роддоме лежит. Господу молится, о Всевышний, помоги. Сделай так, чтобы вот это оказалось, девочка, а то я устала. Я уже живу в роддоме, мне надоело это. Ну, надо пораньше просить, 2 часа осталось, куда уже? Опять мальчик родился, муж каждый день пьет. Ну, восточные женщины спокойные, но они тоже умеют ругаться. Жена говорит, ну что ты пьешь каждый день только из-за того, что мальчики? Тебе нужны девочки, вот этих скоро женим, вот пойдут девочки. Муж говорит, я не из-за этого пью, не из-за этого ругаюсь. А из-за чего? Сейчас посмотришь, из-за чего. Дети, давай, эй, становись по росту. Все дети стали по росту. Муж говорит, смотри, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Одинаковый, черный, 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 черный. Как я, ксерокопия, видишь? На 10-го посмотри, рыжий. Вот почему я пью, почему 9 черный, а ты рыжий. Вопрос рыжий чей? Говорит, ты чё? Это твой ребенок? Почему он рыжий? Сказать? Говори! Поменьше надо пшеничную водку пить. Неправильно. Вот наш сосед Гиви постоянно красное вино пьет. У него дети же не красные. Чё ты мне мозги пудришь? Скажи честно. Рыжий чей? Она говорит, рыжий твой. Не верю, поклянись. Клянусь, что это рыжий твой. Все? Все, помирились. 65 лет вместе жили. Ну, 95 уже старику, он уже помирает. Он говорит, старушка, я умираю. Последний раз спрашиваю, рыжий чей? Умирай спокойно, рыжий твой. Последний раз поклянись. Я скоро попугаем стану, 65 лет клянусь. Рыжий твой, да. А у 9 отцы давно умерли, но рыжий твой. Представляете, такая картина, Казанский вокзал. Поезд Москва-Ташкент уже отходит. Такой нормальный узбек в чипане, в халате, такой прибегает. Он говорит, ай, ушла! Ушла! Зачем ушла? Почему ушла? Меня бросила, ушла! Ой, ушла! Ой, ушла! Зачем ушла? Почему ушла? Меня бросила, ушла! Ой, ушла! Ой, ушла! Подходит начальник вокзала, говорит, чё орёшь, узбек, чё орёшь? Кто, жена ушла? Здравствуй, товарищ начальник! Жена дома, Ташкент, поезд ушла! То что? Поезд ушла! Я не догнал! Слушай, дорогой, ты здесь живешь, в Москве. Пора научиться. Поезд слово мужского рода, понимаешь? Поезд не ушла, а ушел. Товарищ начальник, у меня такая трагедия. Поезд ушла. А ты мне говоришь, мужской род? Что я теперь под каждый вагон буду смотреть? Да, женский род, мужской. Одна женщина скоропостижно скончалась. И вот мужики ее несут на последний путь. Я не знаю, вот первые 2 мужика, то ли они заснули, то ли не увидели. Ну, в общем, оба сразу попали в яму. И гроб упал в землю. Хорошо, что он упал. Оказывается, женщина не умерла. У нее была клиническая смерть. Вот как гроб упал, сердце заработало, женщина встала и сказала, «Здрасте!» 4 мужика сразу инфаркт умерли. Если бы этой ямы на дороге не было, живого человека бы закопали бы. Но она с этим мужем прожила еще 10 лет.
Через 10 лет она по-настоящему умерла. Опять мужики несут ее. Впереди бежит ее муж. Ребята, только осторожно, не споткнитесь. Все.